Дорогие друзья, всем привет! Смотрите, сегодня у нас свежее поступление рыбки. Это у нас кижуч, такое сдвоенное филе. Кижуч слабой соли, кижуч холодного копчения. Здесь у нас семга слабосоленая, нерка. Это у нас кальмар горячего копчения, вот такие вот ломтики. Зубатка, очень вкусная рыба, зубатка горячего копчения. Здесь у нас рулетики лососевые, горячего копчения, уже готовые, можно употреблять. Это селедочка, филе, слабой соли, без кожи, без костей практически. Вот такая вот, прям берете пластик на бутербродик и кушаете.